Друзья, приветствую! У нас сегодня с вами в городе Сан-Ремо вилла 700 метров квадратных с просторным парком 21 тысяча метров квадратных. Вилла 700 метров, плюс еще вон для ребят, которые здесь живут, кустоды. Домик, сейчас пойдем посмотрим, где-то 180 метров квадратных. Очень тихая зона. Дом уже освободили от мебели. Есть видео. Сигнализация, в общем, есть. Сейчас покажу вам заезд. До моря где-то километра полтора, максимум два. Вот домик для гостей на двух этажах. То есть, кто следит за домом, всегда есть, живут отдельно, не в самом доме, это очень удобно. У них даже свой гараж, ну, то есть отдельный домик на 180 метров квадратных у сторожей, обслуживающий персонал, как это называть, охранники. Помощники, во, помощники, назовем помощники, потому что, да, они же помогают по дому, по всему, убирают, готовят. Парк очень большой, огромный просто. Очень красивый сад. Сегодня у нас какой уже 23 ноября. Очень душевно на улице. Сначала, наверное, пройдем, посмотрим все снаружи. А потом внутри. В доме очень красивые камины. Жалко, что, видите, вот пальмы некоторые погибли, когда к нам эти жучки, которые уничтожают. Причем это все мальчики, которые погибли. Девочек они не трогают. У них другая система. Ну, пальмы можно насажать. Вот это, например, видите, одна выжила. Данный дом находится, расположен на трех этажах. О, Светлана Викторовна, здравствуйте! Что вы тут делаете? Туда еще идет территория. Здесь были раньше животные. Сейчас посмотрим. Все потихонечку. Чем-то похоже на английские такие дома. Под ним, видите, проглядывает кирпич. Фасад, конечно, надо по-любому. Ну, работа здесь необходимо, естественно, делать.
Дом очень такой нехарактерный, очень большой для нашего района. Здесь можно, не знаю, там, конечно же, дом для большой дружной семьи с детишками можно завести, учитывая, что есть домик для помощников, завести там животных, там, ну, в общем, делов тут можно много наворотить. Такая усадьба, причем серьезная. Да я бы даже виллы не назвал это усадьба, потому что, ну, 20 тысяч метров квадратных, это серьезно. 2 гектара лет. Но мы 2 гектара, конечно, с вами не будем обходить. Потому что там, туда еще, видите, дорога. Здесь оливковые деревья, свое у них масло. Вот, видите, уже оливки готовы. Уже был урожай. Вот еще какое-то помещение. То есть помещений очень много. Скорее всего, и лошади здесь были, потому что постройка-то, понятно, еще тех времен. Вон туда, видите, ярусами все идет. Туда, куда. Ну, в общем, территория огромная, очень большая. И все в оливках. Причем стены, видите, укреплены. Стены укреплены. Да чего же вкусные оливки наши. В общем, здесь для детей просто рай. Тем более там можно и забруду тоже сделать. Там где-то гулять, бегать, отдыхать. Папа с мамой отдыхают. Дети бегают с нянечками. Да и так бегают. Здесь для дров. Дровница. Ну хоть камеры серьезные стоят. Так, здесь у нас зона отдыха. Небольшой тоже там домик. Бассейн. Здесь вода не глубоко, ну, не глубоко, можно опять-таки для детей. И потом, как всегда, пошло где-то 2,5 метра. Глубина.
Тоже пальмочка выжила. Здорово. Очень радуются. Вот эти тоже выжили. Очень радуются, когда они выживают. Ну, здесь домик небольшой. Такой даже. Детский. Бар. Туалет. И здесь душевая кабина. Ну, как раз для бассейна столики здесь поставить, там выставить, обратно занести. У нас щейки есть как вороны. Особенно когда дрон запускаешь, они пытаются его всегда сбить. Так, ну пойдем теперь внутрь. А земля здесь не заканчивается, она еще идет туда дальше, дальше. Но в принципе ухоженный участок вот здесь именно. Ну вот где мы с вами были, этот парк. А дальше идет огород. Ладно, давайте еще посмотрим подальше. Чтоб уж наверняка вообще зайти. Вот здесь тоже выход. Качельки. Ну, очень там вольеры для живот, ну, для птиц, может быть. Раньше, тем более, в 1900-х очень много было здесь распространены вольеры для обезьянок, для павлинов. А вот здесь, видите, курочки сейчас. Все по-деревенскому, по-нашему. Молодцы. Вот, и туда выходит дорога, и еще туда. В общем, земли, земля. Так, ну вроде прошли везде. У нас уже начинает ночью быть где-то плюс 5, поэтому температура потихонечку понижается. Уже не 23, сегодня, наверное, плюс 18.
Это у нас парадный вход. Вилла, напомню, 800 метров квадратных. Очень большая. Три этажа. Офис тут. Полы. Сами видите, какие полы здесь. Это гардеробная. Ванная комната. Все двери деревянные. Очень хорошо сохранились. Это просторная ванная комната с ванной, гидромассажем и душевой кабиной. Ух ты, ослик. Спальная комната. С выходом на улицу. Сегодня отражение солнца от моря. И поэтому не видно море так сильно. Терракотовые полы. Здесь у нас еще спальная комната. А может, просто зал с камином. Камин рабочий, индивидуальное отопление здесь, библиотека, смотрите, в плитке, никогда не видел, первый раз такое вижу. Просторный зал. Тоже такой прованс стиль средиземноморский. Здесь вид на море панорамный. Очень тихо. Игровая комната. Так, поднимемся наверх, сейчас сходим. Светлана Викторовна наверху. Это хорошо.
Еще одна ванная комната просторная. Я же от таких отвык. Здесь. Обратите внимание все-таки на полы. В таком шикарном идеальном состоянии. Как в деревне. В смысле, полы. Чувствуешь себя где-то в деревне. Наши вот полы из цельной доски. Спальная комната очередная. С бузыри. Тоже вид на море. Ванная комната с ванной. Как тебе полы, Светлана Викторовна? Я тоже такие хочу. А у нас с тобой мрамор. Спальная комната. Здесь у нас балкончик. Так, давайте посмотрим. Еще одна спальная комната. Очень большие просторные комнаты. Очень. Здесь у нас подсобное помещение, где можно хранить всякий инвентарь. Ну, как говорится, мало места не бывает. Главное, что есть всегда куда есть что положить. Что там? А? Комната еще. Если кого накажут, слушай, очень маленькая комната. Дверь как раз вот. Слушай, а дверь сделана, видите, как красиво. Как... Если бы я вам не сказал, вы подумали, что это вход куда-нибудь. Да. То есть все очень прилично. Если я Гулливером чувствую, хоп. Алиса в стране чудес. Или как в Нарнии, да? Так, пойдемте еще на нижний этаж. Вилла очень большая, поэтому мы и так быстренько все снимаем. Так. Здесь у нас на нижнем этаже находится кухня, очень большая, огромная кухня. Тысяча 1877 год. Здесь, скорее всего, делали трапезу и носили туда, к зоне отдыха. Очень удобно. И здесь достаточно пространства. Дом не сырой. Естественно, есть какие-то
моменты по ремонту. Но... Так, ванная комната здесь, туалет, то есть. Здесь у нас постирочная. Холодильники, ну, в общем, подсобные помещения. Подсобные помещения. Вот здесь бы я сделал бы кинозал. Реально. Тут прям напрашивается. Какая дверка. Спальная комната. С ванной комнатой. Я уже их не считаю, как бы потом посчитаем. Очень достойный вариант. Здесь у нас тренажерный зал. И здесь сауна. Да. Это я 27 минут сейчас ходил. Это еще будем фотографировать. Но у нас есть мегапомощник. Помощник месяца. За премию не выстрелил. За премию? Ну что скажете, какой ваше? Надо брать. Надо брать. Надо хватать и бежать. Слушай, ну парк здесь это просто великолепный. Он прям... Там вниз спускаешься, огромная, огромная территория. Есть где заблудиться, грибов пособирать. На данной позитивной ноте мы с вами обращаемся до следующего нашего видеоролика. Переключаемся только не на другой канал, а на наш. На другой ролик. Большое вам спасибо за лайки, за позитив, который вы тоже нам дарите. Всего хорошего. Пока-пока.